Всем большой привет! Я хотел вам показать одну свечу. Вы скажете, а что в ней необычно? Обычная чайная свеча. Так вот, в этой свече горит любое масло, не только лампадное там с легкими фракциями, а буквально любое масло. То есть сейчас в наше время очень много масел, в которых добавлено пальмовое. А это очень тугоплавкое масло, и оно почти не горит в этих самых свечках. Так вот, есть один фокус, который позволит вам использовать в этих чайных свечках и светильниках любые масла, любые растительные масла, которые всем повсеместно известны. Дело в том, что у этих масел, у того же пальмового, у него температура плавления, соответственно, температура вспышки больше намного, чем у обычных масел. 42 градуса температура плавления только пальмитинового масла. То есть пальмитиновая жирная кислота, она плавится при 42. Поэтому у нее температура вспышки выше. А в свечах горит в основном пар, то есть пары. Для того, чтобы загорелась свечка масляная, нужно это масло подогреть и испарить. Тогда оно только загорится. Для этого очень простой, достаточно повторимый фокус. Нужно вот эту зону, которая горит, засыпать силикогелем. Силикогель. Это гель кремниевой кислоты, который известен нам как наполнитель для кошачьих туалетов. И сейчас доступен. Это кристаллы вот этого вещества. У него температура, ну, более 150. Можно его нагревать до этой температуры. И это хороший сорбент. То есть она впитывает масло. И в зоне горения вот этого поддерживается температура, которая достаточно не только для испарения этого масла, но и для превращения его в пар. Я сейчас покажу вам температуры. Вот она температура, которая в этой баночке. Видите, температура ее, да? 51, 60. То есть в этой зоне, где проходит фитиль, температура достаточно уже для образования паров. Вот она, 59, 65. Это температура вокруг фитиля. Фитиль это тот агент, по которому подается масло. Масло из банки или масло из таренки в данном случае. У меня джутовый. То есть вот этот джут, он как упаковочный джут используется и тоже доступен. Техника такая. Нужно найти баночку и вырезать вот этот фитиль из джута. Длина его, ну, не менее 10 сантиметров. Вы обрезаете, получается у вас фитиль. Вот он, длинный фитиль. Вот такой вот. Скручиваете его немножечко. И банка, в которой засыпается вот этот силикогель. Это просто крышка от баночки, металлическая крышка. В ней сверлится отверстие диаметром 3-4 миллиметра под этот самый фитиль, который продевается в это самое отверстие, и вокруг него засыпается силикогель. Вот он, силикогель у нас. Ну, подсушенный силикогель. Можно сушить его в микроволновке, в печке до 150. И получается у вас вот такая вот свечка. Но в ней уже горит любое масло. То есть не только лампадное, но и любое, которое вы потом подливаете или в ту же самую тарелку, или же можно поместить его в другую емкость стеклянную. Вот такой вот фокус хитрый. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.